Финальное положение «Волги» в турнирной таблице зависело не только от усилий ульяновских хоккеистов. Для подъема на девятую строчку волжанам как воздух было необходимо поражение сыктывкарского «Строителя», который в это же время играл против архангельского «Водника». Ребят, не стоило мотивировать и ни на соперника, и вообще слово «мотивация» сегодня не нужна была. Они прекрасно понимали, что это заключительный наш бой в сезоне. И этот бой, что я провели достойно в комбинационном содержательный хоккей. Волжане начали активно, проведя несколько опасных атак, но счет сумели открыть только на 14-й минуте, когда Александр Слугин после розыгрыша углового отправил мяч в сетку ворот динамовцев. Москвичи ответили в середине первого тайма, но до свистка на перерыв забитых мячей болельщики больше не увидели. И моменты были, да, и недоигранных много моментов. Брак передачи, недоигранные моменты, в принципе, игру контролировали так немножко. Когда надо было там забить, не забили. Понятно, что дали глоток воздуха «Волге», а «Волга» им воспользовалась. Начало второго тайма для «Волги» выдалось катастрофическим. Два подряд пропущенных мяча, казалось, поставили крест на более высоком месте в турнирной таблице. Но взятый тайм-аут расставил все по своим местам. И уже к середине второй 45-минутки волжане повели в счете. И несмотря на усилия динамовцев, сумели вырвать такую важную победу. Хочется сказать спасибо всем нашим болельщикам от лица команды. За этот сезон было тяжело, кто-то в нас верил, кто-то кому-то вера пришла чуть позже, кто-то это с верой в Ульяновске родился и живет. И думаю, что в этом сезоне их вера подкрепилась в наше слово «Волга», не слово «Волга», а в команду «Волга», которая, я думаю, что по достоинству защищает наш регион. И единственное сожаление, говорил в прошлом туре, что этот сезон закончился. Итог сезона. Девятая строчка. Для команды, которая находится на этапе становления. Отличный результат, вселяющий надежду не только в хоккеистов, но и в преданных любителей ульяновского хоккея.